начинается этот удар, ну, скажем так, мы, самое удобное положение, это когда мы разговариваем с твоим, и ты начинаешь, он тебе что-то говорит, и ты с ним беседуешь. То есть ты стоишь в такой позиции, в которой, вот первое, это позиция уверенности, да, то есть ты вроде уверен, то есть ты не так, ты просто уверен, стоишь и разговариваешь с ним, вникаешь в эту суть. Там, пацаны базарят, слушай, ну, что ты, и чего дальше? И там что-то он там выражает. Мы что делаем? Вот он стоим, раз. Бам! Прям тут же сверху. Сразу и работаем по этажам. Прям сразу. Вот первое, что мы сейчас делаем, постараюсь просто сделать, этот удар, который вот обязательно, и следующий, и второй. Второй, боковой, прямой, неважно, еще апперкот добавить, неважно, куда он пойдет. Второй добавить. А потом закончите коленом. Это для того, чтобы вы просто проработали по этажам. Но основная ваша цель – это этот удар. Значит, не надо делать его сейчас вот так. Он делается, как бы отворачиваясь. Я начинаю бить, как бы отворачиваясь. Он смотрит на меня, разговаривает. Бам! Видите, в какой момент я бью, он не видит, да, он даже не понимает, что я его сейчас буду бить. Правильно? То есть, ничего. Вот там второй уже пошел. Нормально. То есть он проходит то вовнутрь. Давай не делай. И он проходит то вовнутрь. То есть мы стоим, разговариваем, давайте. Бам! И он туда. Да? Туда? А, все поплыли. То есть этот удар будет. Во-во-во. Будем бить под челюсть, в шею. То есть он получит и сотрясение мозга. И этим ударом здесь что получается? Прекращается доступ крови и кислорода в мозг. Все это идет вот на этом. Вы то же самое встраиваетесь в движение, только в свое движение встраиваетесь. То есть вы стоите отсюда, нанесли удар, все. То есть и его не должно остаться рядом с вами. Вот нож, да? Вот я держу, представьте себе, что это вот я как бы в руках ножом то же самое делаю. Вот чтобы меня порезать, я что должен сделать? Правильно? Покажите еще раз, как побольнее. Сейчас. То есть, посмотрите, вот движение, да, мы что делаем? А что управляет ножом? Кисть. 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 Движение, видите, насколько экономичное? Да. О чем говорил Михаил Викторович вам сегодня про палку? Срезаем. Срезаем, стягиваем. Стягиваем удар. У меня, опять же, про одну руку говорил, про встраивание, что одна рука заменяет две руки. Но нет у меня, оторвана. Понимаете? Стянул и встраивал. Конечно, вот он, я ее стянул, блин, все, еду сюда. Но мне не нужно пять рук. Понимаете? Ну-ка, держись, мы с тобой. Я ж немножко... Он кайфует от этого. Совсем чуть-чуть, но так нормально. То есть, понимаете, о чем я нож сейчас взял? Скинули, то есть, вы скинули, вот он зарядился. Дам ему отсюда, там, или куда, или там, туда, куда угодно. Смотрите. Раз, 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 раз. Там можно навертеть. Знаете, сколько он тут? Переборы. Да. Это вот рандо. Переборы. Делайте сколько угодно. Поэтому. Оп, вот он. Вторая ушла. Тут либо нога запускаем, либо рукой, либо же этой рукой. Я от него ухожу, обратите внимание, что я не стою, ухожу. Я не стою, я вот ударил. То есть я не оставлю. Исключаю попытку захватить меня в борьбу или еще что-то. Поэтому я прохожу туда. Оп. Дальше уже можно побежать. Моя задача его уничтожить быстро. Поехали. То есть из этого же положения мы опять возвращаемся к этому же удару. Но уже с другой руки. Например, я встаю там, зачесал. Это ударил, вот уже та, которая была как подмышка. Та, которая, казалось бы, вообще бить не будет. Но мы стоим. Все то же самое. Сначала рука вылетает, вот она вылетела, сразу взрывается сюда. Сюда. Еще раз напоминаю, работает, направляет кисть. Какая разница, я с этой стороны ударю, с этой стороны ударю.
стоять. Я говорю, так ударили, так ударили. Стоим, как нам удобно. Выстрелим просто другой рукой. Все. Стою, разговариваю, а он, гад, ему не имется. То есть он все хочет меня ударить. То есть он меня бьет в лицо. И я этот удар использую как защиту. Все, бьешь. Ты тут не коряво, ты мне бьешь в лицо. Эй! И все то же самое. Я также выбрасываю, также скидываю, также попадаю. Дальше захожу опять туда, куда и шел. Это же движение. Дальше, если вы... Не надо пятиться вот так. Не надо под него вот так подламываться. Потому что он, если на вас будет атаковать, на буром переть, то просто подломит и все. Сделали движение, можно чуть в стороночку, видите? Движение. Руку кинули, оп, можно здесь даже. Вот он прилетел. Видите, дальше. И все. Готов. То же самое, абсолютно никаких других действий здесь нет. Что мы с вами начинали, переходили, что сейчас он меня атакует. Все то же самое, ничего другого, все одно и то же. Ну, скажем так, в моей концепции, у меня нет защиты. Вместо защиты это удар. То есть можно сказать, что это защита, да? И можно выполнить от защиты. Но у меня удары. То есть я бью в руку и бью в голову. Перед этим бил только в голову. Сейчас бью в руках, голова. То есть, понимаете? Он меня бьет, например, на какой-нибудь боковой. То есть это то же самое. Все залиты. Я бью. Конечность в голову, конечность в туловище, конечность в туловище. То есть всегда поражаю. Чтобы, ну, чтобы не драться. Потому что я драться в нашем возрасте неприлично. Да и уже не тот этот, скажем так, запал уже не тот. Поэтому нужно этот драк сразу прекращать. Ну, желательно. Поэтому все то же самое. Идет. Понятно, да? Уходим. От бокового потом покажу то же самое. Если боковой, то все то же самое идет. Только защита чуть другая. Сейчас пока от прямого, чтобы вам было понятно, чтобы вы могли в голове сложить вот эти пазлы.